تقوي سعيك ما ردت لترتقي 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 مكنون قلبك مثل نور مشرقي 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 وابذل لتقطف خيركم في بهجة وتسيل في الأكوان من نبع نقي. Благородный Коран читается нараспев перед людьми и джиннами вот уже 14 веков. И он, как луна, с каждым днем оказывается в новом положении и фазе. Он сияет перед лицом того, кто его читает, с каждым повторением его аятов, и проявляется перед ним полной луной. И когда он завершает свое заучивание до конца, Коран разливается в его образе, принося ему спокойствие. И истинная сущность Корана в том, что он открывает тебе, а не в том, что скрывает от тебя. Если ты желаешь его понять, читай с именем Господа твоего, который сотворил. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Я начал учить Коран в 13 лет и закончил 17 лет. Я начал учить Коран наизусть еще в детстве. Сначала, естественно, учил последние суры, Джуз Амма, Табарак и так далее. Но в 10 классе, когда мне было 16 лет, мой шейх, Махмуд Муханна, заметил, что мои способности к заучиванию наизусть лучше, чем у моих братьев, хвала Аллаху. Он предложил мне, чтобы я в день заучивал из Корана по четверть хизба, это примерно 2,5 страницы, ежедневно. Я сказал ему, что согласен, иншалла, и полностью выучил Коран примерно за 2,5 года. Каким бывает заучивание? Например, человек читает одну страницу, и он должен выучить ее наизусть, читать ее, не подсматривая в Коран. Но вскоре эта страница забывается. Человек перестает быть уверенным в том, что правильно ее читает. Что касается крепкого заучивания, то в этом случае человек будет правильно читать эту страницу, даже если прошло какое-то время. В аяте говорится, что во время фаджра Коран читают при свидетелях, то есть при ангелах. И я всегда учил Коран на фаджр, совершал фаджр намаз и учил Коран до того, как идти в школу или университет. Я пользовался фаджром и советую всем, кто меня слышит, учить Коран именно в это время. Это благословенное время, когда заучивание происходит легко и хорошо. Муайяд и Абдул-Гани смогли достичь очень высокого уровня заучивания, и изначально они учили Коран с намерением сделать это как можно качественнее и крепче. Возможно, лучше всего о достоинстве времени, которое они избрали для своего заучивания, скажут слова Всевышнего Аллаха. Воистину, на рассвете, во время фаджра, Коран читают при свидетелях, ангелах. Фаджр возвещает о наступлении нового дня и о начале утра. И успешнее всего, лучше и предпочтительнее будет начало с благородным Кораном. Как сказал один праведник, научи своего сына Корану, и Коран обучит его всему. Я скажу честно, эта фраза полностью совпадает с моей жизнью. Хвала Аллаху, я чувствую это в своей каждодневной жизни. Я чувствую, что по милости Аллаха обучаюсь всему. Например, даже если у меня не было предварительных знаний по каким-то темам, я могу с легкостью о них говорить. Аллах облегчил для меня многие из других наук посредством Корана. У меня появилась способность с легкостью изучать любые науки. Клянусь Аллахом, когда ты читаешь Коран, возникает такое чувство, что ты не на земле, а словно паришь в небе. Когда ты размышляешь над Кораном и ощущаешь, что Коран обращается именно к тебе, нет таких слов, которыми можно было бы описать это чувство. Хамим,
كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Итак, если у человека есть какая-то мечта, пусть она будет связана с Кораном. Именно на него можно опираться, чтобы достичь счастья. Те, кто на самом деле счастлив, обращают свои сердца к Корану каждый раз, как желают достичь большего в осуществлении своей мечты. Это кораническое правило, которому Муайет последовал и постоянно его придерживался, стало причиной осуществления многих его мечтаний. Он добился успеха не только в Коране, но и в футболе. Я изучал бухгалтерию в моем университете. И, альхамдулилля, я был одним из успешных студентов. Также я хорошо играю в футбол. Хвала Аллаху. Коран и религия изолируют нас от харама, запретного, а не от жизни. Когда я закончил учить Коран наизусть, у меня был один учитель, который обучал меня кыраатам, видам чтения. С ним я начал читать по кыраатам имама Абу Амра аль-Басри. После этого я стал изучать риваят имама Халяфа от Хамзы. Коран завладел сердцами Муайеда и Абдул-Гани, несмотря на не всегда благоприятные жизненные обстоятельства. Один успех с Кораном избавляет от всех неудач, а одна победа с ним сильнее приближает тебя к краю. Тот, кто хочет учить наизусть Коран, должен бояться Аллаха, избегать его запретов, делать то, что ему велено, так, как может. В этом будет его ключ к действию. Мое послание к хафизам благородного Корана в целом. И, кстати, я перенял его от моего алжирского друга на одном из международных конкурсов. Он сказал, люди Корана, которые выучили Коран, должны поступать согласно с ним, чтобы он был аргументом в их пользу, а не против них. Потому что Коран станет аргументом против человека, если он не действует согласно нему. Он становится доводом против такого человека. Как говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своем дуа, «О Аллах, сделай Коран доводом в нашу пользу, а не против нас». والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. القرآن أصدق آية ورسالة جاءت بخير مغدق ألقاه ربي في العوالم كلها فإذا بها بعد الضلالة ترتقي فإذا بها بعد الضلالة ترتقي.